Кстати, наверное, в грудях пролетел мяч. Какие? Я тебе просто в прыжке. Да нахуй! Пару комментариев. Да. Как думаете, сегодня? Здравствуйте, я сегодня судья, главный судья матча. Сегодня будет борьба. Арсенал в таблице идет четвертым. Да нет, что-то будет. Пятым. Шестым вроде. За ним Спарта. Нам нужно, чтобы проиграла сегодня Торпеда. У него же на втором месте. Как-то по таблице неправильно, как бы сейчас осуждаешь. Но вы какое место планируете занять в этом сезоне? Все-таки будете выбираться наверх по второму кругу. Мне Пяха Кудров звонил, все, всем пизда, у меня пятка прошла. Блин. Хорошо, мы запомним ваши слова. Хочу пожелать команде Торпедо удачи, победы в этом матче. У них ждет следующее противостояние. Можно заново? Дубль. Они борются за первое место. Я считаю, что молодежка – это ничто. Молодежка. Ну правильно, он ее так и назвал. Они там лохи, блядь. Вот все, вот, пожалуйста, скиньте это в YouTube, пускай они все услышат, блядь. И поставьте лайки.